Шалом, уважаемые! С вами Илья Механик, и у меня небольшая радостная новость. Как вы сейчас видите, камеру не трусит. И я в кадре могу участвовать теперь двумя руками. Наконец-то свершилось то событие. Я купил штатив. Дешевенький, за 350 гривен. У нас в Днепре, в интернет-магазине, то есть... Сегодня позвонил утром, человек сказал, да, есть, в центре мы встретились, и расплатился за нее. Так что, ребята, я потихонечку расту. Теперь не будет вот такого вот, вот как мне перехватиться. Будет более качественный контент мой. Плюс у меня вот есть вот такой вот накамерный свет небольшой с сайта AliExpress. Ну и вчера еще произошло одно знаковое событие. Всем любимая, ну, мной, я вырос на этой группе, фактически, группа «Мопеды и мотоциклы СССР», вся админка оказалась удалена. Теперь, ну, на данный момент, на субботу, в пятницу, это у нас сегодня 17 декабря, все видео теперь отныне будут размещаться исключительно в моей группе. Перепоста не будет по понятным причинам. Я не являюсь руководителем той группы. Поэтому благодарю всех, кто остался со мной, кто останется со мной, будет следить за моим творчеством. Ну и постараюсь вас не подвести. Так вот этот волшебный ключик не подводил хозяев такого замечательного мопеда, как Карпаты, либо Верхолины. Спасибо всем за внимание. Вас ждет качественное видео в дальнейшем. Всем пока!